Служба МЧС напомнила ульяновцам, как важно быть бдительными, особенно во время праздничных гуляний. В такие дни электросеть перенапряжена, и повсюду зажигаются бенгальские огни и фейерверки. К слову, напомнили о себе спасатели тоже в праздничные дни. В парке Победы сотрудники МЧС провели для местной ребятни экскурсию, знакомство с пожарной машиной. Рассказали об особенностях ее работы, показали рукава и гидранты. Они подсоединяются друг к другу и могут прокладывать длинную, большую магистральную линию. Сколько у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 20 нужно 11. Это нам хватит, наверное, до начала парка, да? Там еще есть рукава. Также спасатели поиграли с детьми и их родителями в различные подвижные игры, но в определенной тематике. Ребята бегали на перегонки с закрытым варежкой носом, как будто в респираторе, защищаясь от дыма. Для еще одной традиционной забавы перетягивания каната использовали напорный рукав. Сотрудники службы МЧС доказали, что они не только суровые спасатели, готовые прийти на помощь в трудную минуту, но и не прочь повеселиться, если есть свободная минутка, когда нигде не горит и никто не тонет.